Акцента никакого нет. Ты когда читаешь, ты ощущаешь это только когда говорят, типа, там, ну, какой-то персонаж появляется, и говорят, типа, он колясник. Или там, когда он своей, короче, у парня не было руки, у него была вместо этого, ну, запасная хотелось. Колесо, знаешь. Запаска. Она запускает на плече. А, блин, да, там слышно. Вообще, подушка. Интересно. Еще раз про табаки. Хвали его. Табаки вообще классно. Сам по себе и что-то рассказывает постоянно. Тебе важна душа. Творчество. Ну и в книге, да, в жизни деньги. Это жутко. Это жутко. Это жутко.